Итак, мы уже в Одессе. Мы в шоке, мы не можем найти квартиру. Я сейчас я попану и поплачу. Она меня задрала. Она типа меня в поезд задрала. У нас курсия. Типа, короче, задрала мое полотенце. Завтра юморина. 1 апреля. 1 апреля? 31, да? День дураков. Каждый день. Ну вот. Мы сейчас едем на квартиру. Она должна быть хорошая в центре. На Дерибасовской. В Одессе. Едем на каком маршруте? На завтра у нас нет квартиры. Дай бог, чтобы мы нашли его дешевле. Мы приехали с Днепровнефть. Лепка. Мы увидели лепку и снимаем. Боже мой, я хотела бы жить в этом доме. Это будет отель или дом какой-то. Очень красивый. Горилла. А? Караоке? О, лаунж-бар. Да? Беллини, кафе. Это типа, наверное, Элвиса, наверное, что-то типа такого, да? Это нормально. Хотя мне вообще такое ощущение, что какой-то репортер, да? Да. Ебать. Понятно. Нет, Лиза, у нас, блядь, денег нахер. Не хватит все на это. Мы пришли с тобой. Вот это наш адрес? О, так у нас даже Оджи, блядь, здесь есть. Подожди, там есть этот кафе. Боже, как тут классно. А мы живем либо там, либо там. Блять, как тут коровами воняет, ебать, мы в центре. Столько теняшек продается, я в шоке. О, что за дети. В Игроленде, типа? Блин, бедные люди, они вот это, походу, наверное, зимой вот это стоят, вот это, прям на улицу так вот торгуют, да? У нас такого даже нету. О, это, наверное, типа, что парк Оглоба, наверное, или Херова, наверное. Ты че центр? Что-то ты вообще не туда забрела. Мы находимся на Преображенской. Время 12 часов. Где-то здесь мы должны были, по идее, жить. Но мы не живем. Так, мы вообще сейчас нигде не живем. Мы едем сейчас в какой-то глушь. Мы сейчас едем. Короче, блядь, я рассказываю я ситуацию. Мы приехали в 9.18. Мы даже раньше приехали. 9.10. Да, вроде поезд приехал реально раньше. Поезд реально должен, блядь, сука, в одно время нахер приезжать. Какая-то херня случилась. Это. В итоге сейчас 12 часов. Просто у нас нет квартиры. Мы ехали на скоростном поезде. У нас нет квартиры, мы не спали. Не могу открыть свои глаза, мне очень тяжело. Нам уже показали квартиры. Курьеры же там. Это телевидение, а телевидение. Курьер или портье, как это называется, который несет вот эти сумки? Кстати, да, нам носили сумки. А он, кстати, мне кажется, еврей или нет? Ну, такой хороший вообще мальчик, да, такой? Там был сын остался. Ну, у него волос такой, не знаю, пидорского, не такой брутальный, как я люблю. Без бороды и жопы у него нету. Ну, короче, нас отвели, и то, что мы увидели, это было... Короче, слушайте... Это было сильно! Мы это вообще, сильно было. В общем, как минимум... Квартира была... Мы увидели, это просто то, что нас произвело. Ну, заходишь и воняет. Наша маршрутка есть! Аня, наша маршрутка есть! Блядь, камера, мне кажется, мы сейчас даже и не влезем туда. Короче, продолжение мы расскажем потом. Мы здесь находимся возле церкви, да? Это церковь? Ой, как... О, блин, мне так ощущение, что мы вообще с тобой едем, типа, как на 12-й квартал, да, блин? Да, наверное, это даже не 12-й квартал, а типа... Да не, мирный, типа, вот, что-то там... Я, блин, да, мирный, кажется, там. Меня как зовут? Знаешь, не помню. Я не помню свое имя. Ну, вот так. А ты местный, да? Ты местный? А как ты на море едешь? Вот так вот ты ездишь, да? А тут плохое море? Я не понял. Море плохое? Нет. И сейчас ты едешь летом на море или нет? А что, вперед, девочки? А что мы там будем? А мы еще с поезда просто не зашли, мы еще прем. Мы еще в поезде. Поделитесь. А все же нету. Так, конечно, хорошо. По глазам твоим не видно, что уже нету. Мы уже все выбили. Я помню, наша губа. Да блин, я не могу понять, что оно фокусируется там, понял, а так вот это что-то здесь. Оно даже и не идет. Нет, не дам. А как тебя зовут?
Тебя как зовут? Мы водитель, Аня, ты забыла, что ты просто на вопрос отвечаешь. Да? Да. Серьезно? Так что, откуда вы? А он да уж тут был. А ты походу да говорила. А я говорила, как я зову. Так что? Забирается аппарат. Средь белого дня. Машенек. Вот, чтоб запомнили его. Мы приехали к Черемушке. В Черемушке куда мы приехали? Да, и тут где-то мини-отель. Мне кажется, сейчас что-то, блин, не то скажет, и все. Нас спалят, скажут, так это вы с Днепра приехали. Это вы, суки, такие, да? Меня кинули, теперь опять не наяриваете, овцы. А я, прикинь, он типа нас, мы потом приедем, а он нас кинет. Блядь, Лиза, почему на тебя нет фокуса? Объектив покрути. Мозги покрути? Нет, вот так именно, фокусируй. О, в натуре, Лиза, ебать, профессор. Какой с меня фотограф, блядь. Да. Да. Нихуя себе. Сколько сказал денег? 275, представь. Ах, пидорас такой. Так, все, короче, тогда будем на Скворцова в этой полной жопе находиться. Слышишь, мы у него заказывали квартиру за 210 гривен. Представь. Он тупо цену только что поднял. Наверное, просто психанул, куру его наебали малолетки. Потому что, нет, потому что мы тупанули, точнее, Аня сказала, что это очень далеко, но на карте. Ну да, конечно, что так сказала Аня. А в итоге, короче, мы поехали в другую квартиру, там где туалет на душе, точнее, душ на туалете. А потом, короче, мы сейчас вообще в какой-то в жопе находимся. Ну, походу, мы в жопе сегодня будем жить. Ну, два дня в жопе пожить не страшно, нам не привыкать. Да, в такой, я говорю, в такой глуши мы приехали. Вот типа, как знаешь, мирный 12-й квартал такого плана. А мы должны были жить в центре. Ну скажи, что дорого. Скажи, если там 200 максимум потолок 240, это потолок, там утром может быть. Мы возьмем. Нет, значит, ну, не надо. Это лучше 200 гривен по центру будем переехать. Давай. Колготы торчат, да? Они не то, что не торчат, они прям не собирают. Я там позвоню, поторгую с тем чуваком. Да мы не знаем, сейчас нам сейчас ждем, нас сейчас встретить. А сейчас ты улыбаешься, заметил? С нас тупо все есть рядом. О, Лизочка. А ну посмотри, настрой на меня настроится фокус? Да. Да? Блин, ну не должно быть, оно должно просто так вот немножко нажимать на кнопочку, и оно само должно настраиваться. Ну так, оно получается, смотри, немножко, оно должно само настраиваться. А получается, что ты сама его крутишь, так не должно быть, должен быть автомат. Это же автомат мы с тобой крутили, а не ручной. Я и кручу, поняла, и вот так вот, допустим, фокусирую. И так оно, поняла. А бывает, когда я фокусирую план на кнопке, оно бывает размывает передний план, а четко фокусирует задний план, поняла? Снимай, в каком мы жопе сейчас будем. Блядь, без 20 час. Понимаю. А что ж он поднял цену? Он думает, блядь, ему люди, сука, пойдут или что, дебил? Ну, получается, ты... Почему тебе не может, блин, забазариться? Да слышь ты, блядь. Слышь ты, блин, если ты не договоришься с моими девчатами, не заберешь. Я приеду. С телочками, с телочками. Пузом. Да нет. Я приеду с бутылкой хорошего коньяка. Три звезды. О, слушай, может пацана попробовать? Я так хотела пацана себе на часик, а он малый. Как раз резай. Молодой, я заснула, что мне еще надо. Я его научу играть в шашки. Ты умеешь? Шашки, да. А шахматы, наверное, да, умеешь? Шахматы умеешь? Я знаю, как они стоят. Как у них стоят? Как они стоят? Как у них стоят, Ань? Все, короче, выключаю шаманку. Три, поняла, короче? Рельсы. Понял, смотри, так раз, она понял, что стоят. Да. Ну, это ж каждый раз, смотри, вот, допустим, ты сейчас стоишь. Да, каждый раз тупо вот так вот фокусируешь.